Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает. С вами Юлия и Мишка. Всем привет. Игра под названием The White Door возвращается. У нас пятый день, и что-то у нас палата поменялась. После того, как мы буянили, видимо. Что-то здесь маловато предметов. В сюжете, в комментариях вы много писали, что есть изменения, что это может и не убийца, а просто раздвоение личности. Разберемся, короче, конечно, в конечном конечно. Итоге, чем все это закончилось. Так, а здесь заглянуть вот в эту дверь, в решеточку нет, остается. Не получится. Твой выход, может быть, это... Ой! Ты что, дурак, что ли? Вы пересекли черту. Это не тот доктор. Наслаждайтесь своей новой комнатой. Думаешь? Ну да. Не сходите с ума. Да блин, тут с вами сойдешь, ё-моё. Позже. Не, хотел я. Так, твое... Тут кровати ничего нету, да? Такс. Что может здесь быть, вообще? Ее так и набрать. Кстати, хорошая мысль. Четыре буквы, да, у нас получается? Ну да. Так, главное не пропустить. Так, тихо. Вот. О. Сейчас аккуратненько. Нужно по чуть-чуть, чтобы... Ю, ну как бы... Ну я понял. Ну вы понимаете. О чем речь идет. Так, сейчас. Я боюсь просто промахнуться, потому что... Может она... И буковка R. Все, сейчас мы ее... Пыхнем. Так. Близко. Да, ваша правда. Твое. О, напиток. Надо его осушить, может быть, мне. Осушить? Ой, осушил. Осушили. А что, как потекло-то? Что-то... Это что за розовая жижа-мажижа? Бульбу. Я понял. Эй. Стой, что ты... Слушай, так. Может их в определенном порядке? Так вот я думаю. О, смотри. О. Так, неправильно. Ты. Верхняя. И это, да? Так, и вот это теперь. Все, ура, дарк. Еще и ключ какой-то, вот этот. Да. Дарк. Давайте, вы нас заклевете этими буквами. Да, это стой. Была, Миш. Все нормально. Здесь есть стрелка. Да. Для. Так, не в ту сторону. Так, я понимаю. Так, дарк. И К надо выше, да. А, все. Так, узло какое-то. Кто-то пукает тут. Вроде что-то играет, да? А, стой, вон как они должны быть. Да, мелодии. То есть сначала... Неправильно, тихо, остановились. Как остановить, да. Стой, надо, как сказать, вот это нижняя нота у нас. Так. Может быть, просто они должны остановиться именно в такой позе? Да, скорее всего. Все. Точно. Дурацкая мелодия какая-то неприятная. Так, смотри, вот, ай, больно, об стол. Так, в общем, где-то, что у нас был даск? Так вот здесь было, вот. Ключ, да? Как бы, когда в розовой этой жиже-мажиже. Вот этот ключ запоминаем, и вот тут, да, какой-то ключ есть? Или он один и тот же привёрнут? Может. Они как-то крутятся? Все. Нужно ноту правильно. Фейс, может? Да, пойдем на фейс. Так. Отлично. Самый быстрый подвор. Нет, ой, да, фейс. Лошара. Да, самый быстрый. Так, ладно. Так. Да что за тусы? Ну, ё-моё. Дичь какая-то. Стой. Как оно работает? Они вон, видишь, проявляются бам, в комнате. Бам. Так, не пай. Проявляются в комнате. Да, то есть должны как-то встать они интересным образом. Я вот зажимаю. Во, они, видишь, как-то крутятся. А, во, я кручу. Угу. А только... А что должно... Может быть, вот в клетку попасть? Ну... Сейчас, погоди. Может... Во. Отлично. Во, да. Так. Вот, теперь сюда, наверное, да? Да. О! Так, женщину видим. Миш, да, вот. Это верхушка. Это башка. Это тоже башка. Так. Туда. Soul. Душа. А мы что было, кстати? Твоя темная. Твое темное лицо. Так. Твое лицо. Сейчас. А что тут сейчас было? Soul? Soul, да. Лицо твое
темной души. Твое лицо может быть темная душа, или твоя душа темное лицо. Короче. Ладно, сейчас разберемся. Так. Все очень так. Ну, пока. Не в ту сторону, но ладно. И тут сойдет. И так, да, сойдет. Ай, да господи. Таблеточка. Так. Гусь. Ого! Вот из-за какой-то психодел. What the fuck? Это я же. Здорово. Ты кто такой? Здравствуй, ёжик. Oh my. Yes, face. Face, так. Лицо твое. Не, неправильно. Я уже начал. Сюаль, да. Может, надо... Типа, все, я понял. Смотри. Фейс. Что было фейс? Фейс. Это йо, это была... Смотри, вот это йо, точно. Соул, это кружочек. Соул, кружочек. Вот осталось фейс. Давай. Йо. Это вот. Дарк, допустим. Вот это и соул. Все. Yes, да, блин. Дай пять. Отлично. Типа сопоставить то, что это... Мы, что ли, или что? А пальцы потыркать. Хорошо. А да, блин! Да я тогда шел на секунду. Так, фейс, это чё уж у нас? Да прикиньте. Ну вот это пускай будет. Йо. Дарк. Дарк, вот это. Давай. Так. Пятюнь дурацкая. Попробуй пальцы еще подвигать. Да, пальцы еще нужно. Молодец. Блин. Фак тебе показать бы вот. Рептилоиды здесь. Ой-ой. Эй! Ты шо? Теперь мы это, короче, темное отражение. Сторона его души. Ну давай. Потерянная душа. Так, может реально у нас какое-нибудь раздвоение. Пуля прошла на вылет прямо через мою голову. Да? А где твоя голова? Может пулю надо вверх-вниз? Но затем я увидел все свои воспоминания, проплывающие мимо. Понятно. Да, вот. Да. Пончики. Да, вот эти... Телек. Все места. Ну, я не знаю, это... Само собой, джуз. А вот джуз я не помню, что это такое. Ну, сок, наверное. Интересно. Клуб потерянных душ. Так, может, нам выйти надо? О, здорово, мужик. Вышибало посмотрел на меня. His eyes widened. Его глаза расширились. Чем сегодня вечером занят? Ладно. Who are you? Ты Who кто you? Такой? I don't remember. Ого, у нас пуля, да, ну, я не дырка помню. В башке. Very good. Хорошо, come. Проходи. Запомню. Двери открылись. It was hard to find. Было трудно найти знакомые лица. Ну, нормально. О, коняга. Здорово. Это мы видели по телеку. Так. Это, вот я помню, по скриншотам из предыдущей части тарень какой-то был. А это вот этот... Диско-пати. Я посмотрел на диджея. He took the record. Он взял запись. Запись этого вот, да. Dark Soul. Так. He put the needle on, он поставил иглу. И винил закрутился. Надо зажать, чтобы нормально было. A guy walked up to me. Ко мне подошел какой-то парень. Али. Hey, man. Эй, чувак. Enjoying the night? Наслаждаешься вечером? What do you have on your face? Что у тебя с лицом? Can almost look through you. Я вижу тебя практически насквозь. What did he mean? Что он имел в виду? Я прикоснулся к своему лицу. I moved my finger. Я коснулся пальцем дыры. Господи. Что я наделал? I felt again. Я почувствовал вновь. And again. Блин, и вновь. And then I realized. И я осознал, что потерял все. I was losing my mind. Что сходил с ума. Так. My soul was changing. Моя душа преображалась. Mm-hmm. Так. Чем? Не нравится мне это все. Какие-то кусты лишние появились. А вот она. Но внезапно всплеск узнавания. Это была она. Она открыла глаза. Ее голова перевернулась.
Сейчас что-то дичь начнется какая-то, чувствую. Нормально. Цветы зашевелились. Все превратились что? В бабочек. The moths. Мотыльки летели в ее глаза. Блин, ну это трэш. Блин, клево. Паранормальное. Я бы хотела, чтобы мы вернулись к самому началу. Чем надо было другим голосом. И она поднялась в воздух. Покидай меня вновь. Ё-моё, чё такая толстая? Да что ты? Ну, я шучу, естественно. Просто забыл. Самара ее утащила из звонка. День шестой. Или из проклятия. Очень интересно все. Ну, понятно, что это его темная сторона о, личности. О, мы снова здесь. Здорово. О, Миш, видал? Вообще жесть. Кровь. Ну, завтра что? Роберт Хилл. Состояние слома. Либо это его состояние. Ну, типа, да, отражение того. Ладно, идите отсюда. Давайте, самое вкусное, да, столько белка согнал. Вкуснятина. Пепел какой-то. Кровавая. Тишина. Мэри. Так. Гигиена. Что у нас дальше, да. Да ладно, уже ни к чему могу сказать. Человек-паук. Прикольно. Да. Ладно, не шипи. А так, что, мы типа умылись, да? Ну, хочешь, я думаю, сказать? Что да, время прошло. Да, осмотр. Кто же за нами кто придёт? Там? Нормально. Соблюдайте дистанцию, сэр. То есть мы как теперь это... Прокажённые. Вы плохо выглядите сегодня. Да ты тоже. Вы что? Можете продолжить последовательность. Угу. Да, легко. Так. Чёрт подери. Там какие-то знаки вначале были, но... Где? Помнил бы я их. В каком начале? Да в игре. А-а-а. Но это, знаете... А, нет, стоп! Как будто вниз спускается, как ползунок, нет? А, слушай, наоборот, тогда вот эту, нет? А, да. Да. Это завершите, нормально. Пожалуйста. Не так все так. Это и сложно, если честно. Ну вот, да. Продолжайте. Спасибо. За доверие нам. Ну, не знаю. Какой? Тут здесь, видишь, как разрезанный. То есть идет треугольник? А, нет. Я не знаю. Я сейчас. Опа. Сработало. Сорян, не запомнили. Так, ладно. Дальше у нас пару глистов. Прямой, следующий, снизу. Тут была закономерность какая-то, но вот мы ее как-то... Ну не, я примерно... Давай. Потом стала чуть извилистая, потом стала вот такая, так. Потом вот такая. С одним шариком, да, точно. Юля молодец, она просто нет, типа она сильнее исказилась, да. Искажением мы изображаем. Я гений. Два, три. Нет. Как будто... Не, а если сначала, ну, колёсик вот это, а потом вот это. Да, уродство, короче, происходит. Молодец. Мы нашли логику, хотя бы это радует. Так, вот сначала вот это. Думаешь, оно же такое же, как это же. Потом вот это. Да ну не. Вот за место этого что-то побольше надо. Где вот там вот? Какая-то жесть. Опа! Методом тыка. Что-то получилось. Я даже не поняла, что сейчас произошло. Расскажу, как просто мы сделали, если вдруг что-то кому-то понадобится. Методом исключения убираете все кружочки и все диагональные. Да. Остаются только с квадратами. И потом их 4 штуки остаются. И вы между собой их просто по-разному кликаете. И, ну, просто ну вот на паузу нажмете, может быть, увидите. Да, так. Яйцо, мясо. Что бы ты хотел? Мне просто интересно, как тут будет мясо, да и яйцо, как выглядит в этой игре. Яйцо, все. Окей. Так, спасибо, спасибо, мистер Хилл. Пожалуйста, придерживайтесь распорядка. Дальше компьютер, по-моему. Начать тест. Да, конечно. Возможно. Примите решение. Понятно, да. Так, стола опять, что ли? Что здесь у нас? Три точки. О, слушай, это человек. Встал. Может, нужно подходить сейчас к тем предметам, что показывает это? Так. Далее коробка. Коробка.
Да, слушай. Кольцо и окно. Может, его как-то... Может, открыть? Переместить туда, он попытаться? Он не хочет. Ладно, предположим, что мы это выполнили. Это неправда. Нет. С этим человечком, а наоборот его вниз наклонить. О, его нужно выгонять. Так, кольцо. Все. Так, ушел. Да, тут, конечно, сюр адский начался. Так, дерево. Пошли, смотри, что там. Т, опять же, ментал. Все то же самое. Может, тариф. Он в дереве? Да. Здорово. Здорово, чел. Вылезешь ты или... А по листочкам там, я не знаю. Что он сейчас, видишь? А, да, вот по этому листку. Так. Опять, что ли, в определенном этом? Ага. Ага. Так. 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 Все, выпал. Ура! А теперь пинка тебе под сраку. Пошел отсюда. Пипец. Меня уже, знаете, ничего не удивляет. Ну, да. Я готова ко так, всему. Так, с картиной местной. So, вон он. Ой, блин. Все, что ли, сработало? Пешки-то вылупило. Так, да. Теперь... Какая коробка? Вот эта, что ли? Да, точно. Вон там, кстати, ключ, типа... Да, тут много этих. Надо на него, чтобы она попала, что ли? Ага. Да. Ой. Так. О, беги отсюда и не возвращайся, ну, Симба. Проваливай. Так, теперь вот этот. Ящичек там или что, комод. Да, где у нас было это. Кстати, вот эту штуку. Здорово. Мы не видели. Слушай, эти все знаки явно пригодятся, ну блин. Ну как бы да, но запоминать... Что-то написано. Их диад... сил нет. Опа. Блин, переверни, как называется. Never death, а, типа... Never... Или never нет, death, нет, the нет. past. Хорошо, допустим. Что-то там... Я могу ошибаться. 13 августа, выражаю согласие на то, что меня поместили в учреждение ментального здравия. Подпись. Белая клиент. Дверь. Отметьте, если вы готовы. А как подписаться-то? Может, надо ручку нельзя. Какую-то да, взять? Конечно, подписаться. Его. Пошли в жопу. Такс. Монеточник. Его можно вытащить? А как? Ой, его раздавило. Ну и ладно. Как не больно, теперь жалко. Ты что? Скукожился или еще что? Так. Здорово, давай, Эдги, ура! Хавчик! Яйцо. Яйцо! Мне просто интересно. Ну, ё-моё, не могли хотя бы сварить для начала. Не свежие, окей. Ну не, оно, Миш, чересчур да? свежее, я бы сказала. Отдых. Чё у нас в этот раз? Да. Отдых после 8. Дратути. Моя комната перевернута, да? Да. Чего не да. на месте? Типа? Или все на месте? Ага. Вон, ага, человек я вижу, под столом. Вижу. Человек под столом. За бортом. Знак. Так. Блин, ну ты запомни эти знаки все. Опять этот знак. А где он был, вон что ли? Вон теперь кровать. Я понимаю, но... А, стой, унитаз. Унитаз. Коробка. Так. Так, что ли? Унитаз. Коробка. Так, я, конечно, кровать. Ничего не запоминаю. Но, может быть, эти знаки унитаз. Ничего не имеют значения. Их столько много. Что дальше-то? А, он ушел. И проваливай, ложись спать. И мы можем спать лечь. Точно. Белая дверь. Я проснулся на улице. Вставай, чувак. Ержан, да. Я смотрел на небо. Облака проплывали над головой. Как обычно. Ну ты в какую-нибудь сторону. Да это понятно. Черви. Гони их нафиг отсюда. Shadow came over me. Надо мной нависла тень. Бутылочку не оставить? An old woman was standing next to me. Она сейчас как эти, знаете, извращенцы такая открывает. Она потыкала меня своей тростью. О, нет, еще жарить нельзя. Жаль. Свеженький. Ну типа, чё, ну потыкала. Понимаете. Ага. Вы должны позвонить кому-то. Она, короче, да, уронила эту монетку, я поднял её. Slowly. Медленно.
Я встал. Было только одно место, куда я мог позвонить. Вот в эту. Я подошел к телефонной будке. Ставил монету. Не уверен. А теперь вспомните номер, по которому надо было звонить на визитке. Посмотрел на визитку и взял трубку. Я набрал номер. Один. Мне интересно, все помнят, как пользоваться этими? Два. I listened. Я слушал. Hello, Mr. Hill. Здравствуйте, мистер Хилл. Мы вас ждали. Машина скоро будет. I put the phone down. Я положил трубку. Машина прибыла. Я открыл дверь. Водитель повернул зеркало. На мгновение он посмотрел на меня. Мы подъехали к большому зданию. Он, кстати, похож на чувака с вечеринки с белой вывеской. Это он и есть, который этот... Да, вы понимаете. Рожа бил. Ну, который не впускает, в общем, понимаете, когда он весь... Так... Ну, стой! С белой... Эй! А как оно? А, все, я понял. Угу. О, все. А теперь езжай давай. Все. Ну, блин, ну, кто же знал, что нужно просто зажать мышку. Так, давай. Я надеюсь, засчитает игра. Да, ура. Я посмотрел наверх. The white door. The white door. Белая дверь. Так. There was a man standing. Наверху лестницы стоял мужчина. Мистер Хилл. Мистер Хилл, следуйте за мной. I'm a snake. Please. Садитесь. Welcome to our institute. Добро пожаловать в наш институт. You have made the right choice. Вы сделали правильный выбор. Мы здесь, чтобы помочь вам. Восстановить утерянные воспоминания и вернуть цвета в вашу жизнь. Вам нужно всего лишь подписать эту бумагу. А я ведь не подписал тогда. Да. Please. Подпишите здесь. У меня подписи нет, поэтому... Но я подписал. И отметьте... Не подходит. Ну, как бы, на какую букву еще может здесь что-то начинаться? Ну, давай, допустим... Еще каракулину сейчас. Какой-нибудь. Хилл, может быть, надо. Спасибо. Сейчас, погоди. Похоже на эмблему Хованского. Стой, погоди. Так, сейчас. Так, стрелочка, и там так. Лох. Ну, типа. Все, отметьте, если готовы. Ну, и подпись. Thank you, Mr. Спасибо, мистер Хилл. Это когда за паспортом пришел, вот ровно так же. Давайте начнем с первого теста. Позвольте показать вам предметы, которые вы можете узнать. Двигайте их вправо. Хорошо. One. Раз, пончик. Вправо двигай его. Если узнал? Ну да. Вправо, Миша, это лево. Нет, я в том смысле, а что я его узнал-то? Он мне его кормил, тут пихал. Я тебе сейчас снаружи его... Ладно. Два, но... коробка. Погоди, это постфактум уже говорится, что я, куда меня привезли, какая коробка? Ну ладно, это коробка, у нас была хорошо. Коробка. Я... Это на... с нашими вещами. Я понял, все. А пончики это мы были в том этом. Да. Кофе. Three. Хорошо. Растение. Растение это на принесла этой она. Женщина было, нам. На девушке, да. Четыре фото. Ну, фото, окей. Five. A speaker box. Колонка, так. Six. Монета. Ну да, бабуль. Это тетка дала. Да. Птица. И ты тоже Thank давай. You. Все на помойку. Спасибо. Теперь следуйте за мной. Meet Sarah. Познакомьтесь с Сарой. Она будет в конце коридора. Жить. Огни зажигались один за другим. Понял. Как в фильмах ужасов, только мы должны... Только наоборот. Гаснуть. Так, ну, слушай, одна дверь была с золотистыми вот ручками, кстати. Да? Может, надо было открыть. Hi, Bob. Привет, Боб. Рада снова видеть вас. Да, ребят, снова Роберт и Боб одно имя. Вас. То есть мы здесь уже это... Вы почти все вспомнили. Откройте дверь и верните краски в вашу жизнь. А, то есть мы типа почти вылечились. О, что ли. Ну это же как бы она рассказывает тут как бы воспоминания, начало... Да, но... Вот первый день как будто. Так, Red Green.
Ну, Ред — это помидора. А, ну я понял тебя. Погоди, а я подошел, типа, засчитал? Надо пере... Угу, я понял. Так. Эй, так ты зачем помидор-то? Брокколи давай на ту сторону. Вот, отлично. Краски в вашу жизнь. Хорошо. Так. Так, погоди, у меня есть вообще распорядок? Нет, делаешь, что хочешь. Смотри, спит. И это 20.08. А начиналось... То есть на следующий день. Ну, после прошлого дня. Дня. Как вам такое навевает воспоминания? Да уж, воистину. Птичками. Так, я могу как-то? Или еще? Потом, наверное, да, может быть. Слушай, вон окрасилась, кстати, реально в цвет. Да ладно, как кот какой-то никто не соседский. Хочет на твою улыбочку смотреть. Так, здесь так ничего в нет. Коробке пусто. В комплюктере. Выход какой-то. Лабиринтус. Верно, так. Ой, а я не видел. Надо заполнить, наверное. Да, похоже. Неправильно начал. Да, ты сейчас в этот, в тупик. Тупик зашел. Ага, это должно быть последним. Что я сделал? Так, нормоз. Так, я понимаю, откуда где я стартую. Так. Yes. Начнем. Неправильно. Блин, да. Тут можно сразу же слиться. Это должна быть последняя. Слушай, ты гений. Миш, у тебя вот хорошо получается. В пространстве ориентироваться. Да, вот эти понятно. Задачки решать. Они простые просто. Поэтому... Ну, знаю, ешь. Я понял, тут уже жопа. Так, стоп. Можно, наверное, в другую сторону пытаться. Ага. Нет, не вариант. Здесь нужно закрашивать как-то. Ну, слушай, здесь не так... Просто, как кажется, да? Если я вверх пойду, как бы не звучало, тут тогда уже не так должно быть сложно. Просто все. Просто. Прав. Так, вон, смотри, закрасился. И стол еще покрасился. Одно. Так, птичечка рада. Гигиена еще была у нас. Да, да, да. И видно, что комната окрашивается. Мыло, может быть, взять. Мыло для рыла. Нет, не совсем. О, отлично, мы восстанавливаемся. Вы чувствуете, как вы вместе с главным туалет героем? Есть да. Что-то? Ну, оно же было цветное. Она и всегда была цветным, да. Да. Все предметы, которые мы помним. О, раскрасить птичку. Какого цвета она была? Да, хороший вопрос. Надо, наверное, посмотреть. Так, чтобы уж, ну, пузо красное. Красное, ну, синее, серое. Синее, снегирь белое какой. Оно похоже на снегиря. Я и говорю. То есть красное... Как рисовать-то? А, я понял. Не обессудь. Нормально. Тут еще такой толщиной. Сейчас полетит. Потом вот светлый. Ну, у нее это... как-то вот так он ее идет, да. Ну, закрась по контуру, видишь, тебе раскраску. В этой игре еще и пораскрашивать можно. Дополнительно. Ты думаешь, вот так? Ну, а как она? Короче, она у меня будет такой. А мне казалось... Это моя птица, я ее дую. Да нет, там полосочка-то была. Или ты думаешь, что это вся синяя должна была быть? Ну, возможно. Ну, ладно, ты закрась как? Вот именно. Красишь. Оно, наверное, вряд ли так сработает. Но коричневый сейчас... клювик надо ей сделать. Видишь, сработал. Красиво. Очень. Старался. Так, ладно, клювик без клювика. Да ладно, и так покатит. Сработало. Так. Так, где мы еще не были? Вот здесь, да, не были? Так оно здесь и так цветное. Здесь шкаф еще. Просто монета так. На память. Ну мы реально... О! О, ура! А это ачивка. Да, тут можно было, видать, еще находить что-то. Но я вообще-то лучше издалека. Это читер. А мы все проверили ящики-то? Да нет, я в комоде. Думаю. Вот мой выход. Я эти 7 дней тоже откуковал. Да, слушай, сегодня типа выписка так, у нас.
Миш, еще что-то не доделали. Вот кто-то сидит. Это вот это, наверное, подруга наша. Которую пристрелили, типа. Ну, типа, да. Для нас она мертва. Да, именно так все и было. Так, ну тут больше ничего нету. Так, о чем у нас еще обычно бывает? Там занятия спортом, вот это все. Да, кстати. Это вот это, видать, было. Вот тут еще можно. Странно. Но она никак не реагирует. Так, в унитазе мы были. Компьютер вот этот еще. Вот еще осмотр, может. Не открывается. Осмотр, действительно. Так, сейчас работает. А дверь пощелкать? Нет. Опять надо раскрасить. Раскрасить? Ну да. Анна, мы же вроде раскладываем, а что-то не сработало. Нет, мясо-то оставь, оно тут красное. Чай. Грушу. Ну не, может что-то дальше нужно? А, съесть надо было. Вон оно что. Понятно, что не сработало. Все. Ура! Только вот кровать, видишь, нетронутое место. Так-с. Птичка улетела, да. Порхает отсюда, как-то настроение получше сразу это становится. Это кто? Вот, вот он встал. Здорово, теряем управление. С реабилитацией тебя. Стой. Возьми мое место. Да не хочу я брать твое место. Что мне делать нечего? Жуткий типчик. Не местный. Все. Так. Слег. А, ну это он типа намекнул, возьми мое место, что типа я ухожу. Ну типа ты вылечился. Еще раз. Так, хорошо. Может, я должен лечь сам? Возьми мое место, типа, ложись. Так, птица. Я гулял по парку. И сливался с деревьями. Женщина сидела на лавке. Как они познакомились? Это мы в окошке увидели. На мгновение я остановился, чтобы посмотреть на нее. Птица улетела. Давай, проваливай для кадра. Ничего личного, птичка. Она что-то рисовала. Она положила карандаш. Это была птичка. Это Мишин рисунок. Да-да-да. Я спросил ее, что вы рисуете? Каракули, маракули. Она посмотрела мне. Получше, чем меня. Миш, это твое. Это малиновка, сказала она. Она убрала руку. Да, это шедевр. Я и закрыла книжку. Ну не, если так, она такая, я очень хорошо, типа, рисую эскиз, да, но, типа, с раскраской у меня беда. Ну не, Миш, на самом деле, отлично. Окей. I'm sorry. Извините, она улетела. She stared at me. Она посмотрела на меня. No, it's нет. Not. It's all in your head. Все в твоей голове. Сейчас что-то начнется. Она закрыла глаза. Еще какая дичь, все закончится. Ну, сама игра дичь. Ну, тут сюр, а не дичь. Если... Ну, ты понимаешь, это я имею в виду. Оу. Все. Это все в твоей голове. Па-пам! Так-с, тут бы... Сара Хилл. Тут такие имена, что Боб был как-то ну, связан. Может, понятно свои. Оставить отзыв. Что бы тут сказать по поводу этой игры? Берегите свое психическое здоровье. Да, мне кажется, только это и можно сказать. Но в конечном итоге, я так понимаю, ничего хорошего тут не произошло. Все-таки, наверное. Не знаю, мне кажется, я буду верить в хорошее, что он излечился. И просто он так представляет все время это. Что? Ну, вот. Это самое. Ладно, может, у кого-то есть трактовка, еще опираясь от предыдущих игр. Учитывая, что мне сначала ребят писали про убийства, какие-то расследования. И что, может быть, видишь... человека действительно просто пытались излечить как да. бы, от недуга, но, к сожалению, мое мнение, ну, вот типа, я честно знаешь, мое, что все-таки уже ее нету, его, конечно, излечили,
Но уже, наверное, а может, кухня. Типа, знаешь, убийство, это подразумевается то, что, ну, как бы человек ушел из своей жизни, или да, и там может еще быть, что-то. Может быть. Ну, давай лучше, да, вот на такой. Как вот ты же тоже, типа, ковырялся там у себя в мозгу пальцем. Ну, да, тут много, но ты же фактически, я думаю, не был мертв. Понятно. Но твоя личность, она, типа, была практически мертва, вот так. Но еще, но знаешь, что хорошая здесь, мне кажется, метафора вот с работой была, и что серость была какая-то. Да? Ну, то есть, в конечном итоге, вот этот быт и вот эта вот постоянно одинаковая жизнь, она теряет краски и, да, убивает как личность вас, и нужно какое-то лечение. Ну, в общем, можно вот так. Берегите свое психическое, да, здоровье. Да, поэтому занимайтесь тем, то, что вам нравится. Это, мне кажется, вот будет у нас конечная мысль. Всем peace. Да. В общем, пишите обязательно свои мысли по поводу этой игры. Спасибо, что вместе прошли ее. Всем хорошего настроения. Всем пока. Всем пока.